Военное обозрение Ручной пулемет. Минами МК 3 от Fn Herstal Group. Вчера 6-6. Ручной пулемет. Миномай МК 3 от Fn Herstal Group. В ходе выставки Our and Classics была развернута экспозиция EnforceTag 2015. Если говорить точнее, то это отдельная выставочная секция в рамках Нюрнбергской выставки вооружений. В этой секции основной упор делается на оружие для военнослужащих и представителей правоохранительных органов. На своем стенде новейшую линейку легкого оружия представила бельгийская компания FN Herstal Group. Линейка бельгийского оружия выбрала в себя стрелковые единицы модульной конструкции с ленточной подачей боеприпасов. Это Minima MK3, Сообщает сайт http slash 4 shooterscom Пулеметы MK3 доступны в двух вариантах. Первый вариант – это оружие заводского производства. Второй вариант – комплект переоборудования для уже существующих моделей Minimai. Модель пулемета Minamai MK3 имеет целый ряд улучшений в сравнении с более ранними версиями. Одно из улучшений выдвижной приклад, который имеет четырехпозиционную регулируемую щеку. Приклад в стиле «Пара» изготовлен из металла. К улучшениям можно отнести установку нескольких планок пикатини, новые интегрированные сошки и цевьё, а также теплозащитный экран на стволе. Благодаря использованию планок пекотинне оружие можно оснащать дополнительными прицельными приспособлениями и боевыми аксессуарами. Производитель нового пулемета FN MK3 использовал вариант модернизированного лотка для подачи патронов, а также специальный механизм взвода затвора. Это позволяет с легкостью вставлять ленту с боеприпасами. Для заряжания пулемета не придется прикладывать особых усилий. Важно то, что модернизированный лоток и механизм взвода затвора можно использовать и на уже имеющихся версиях стрелкового оружия Minimai. Дополнения могут быть использованы полицейскими и военнослужащими для выполнения тех или иных боевых задач Пулемет от производителя FN Herstal Group выпускается с двумя вариантами длинной ствола Помимо этого пулемет FN Minimi MK3 может использовать 4 варианта патронов калибра 5,56 на 45 мм NATO и 3 вариантов 7,62 на 51 мм NATO, что расширяет границы диапазона его применения замены нескольких составных частей стрелкового оружия модель может быть трансформирована из варианта использования боеприпасов калибра 7,62 на 51 мм под боеприпас 5,56 на 45 мм. Сам стрелок может без особого труда выполнить такую трансформацию пулемета в случае необходимости, например, в случае отсутствия патронов калибра 7,62 мм и наличия патронов калибра 5,65 мм. К сожалению, варианты использования патронов 7,62 мм пулеметом, изготовленным под калибр 5,65 мм, производитель не предусматривает.